Значит, так как у Саши проблемы с питанием, она постоянно отвлекается, лезет в телефон. Я предлагаю вот такую маленькую викторину. Ты даешь телефон, как только ты все доедаешь, я тебе его возвращаю. Тогда ты будешь очень быстро кушать. За 5 минут можно все съесть и Я и получить так обратно уже телефон. ела Ты все. какой ты ешь? Ты постоянно отвлекаешься на разговоры, на еще что-то, на сообщения, ничего не доедаешь. Я уже все смолотил за 2 минуты. Телефончик, давай. Саша. Ну, Глеб, все, я уже не смотрю, все, я спрятала. Хорошо, если не слушаешь меня, ты послушаешь подписчиков. Друзья, напишите в комментариях, стоит ли поиграть вот такую вот Сашу, в такой конкурс Ой, Саши. слушай, я прям каждый день будто посижу в телефоне за Каждый завтраком. день и каждый Я раз столько на большая, как секундочку ребенок просто заглянула. приходится просто играться как-то, какие-то ставить викторины, что там под творогом какой-нибудь чудо-бумажка или еще что-то, тогда начинает быстро доедать. Ой, все, давай. Саша, тебе 16 лет уже, ну пора Ага. взрослеть. В общем, друзья, в комментариях напишите, стоит ли у Саши забирать телефон на время еды. Давай, 2 ложки осталось, Саша. Я не буду. 2 ложки, я это был. С кем жить приходится? Не поправляется оно, сколько бы я Так ты не не ела. ешь ни черта! Да Да я ем! кастрюлями надо фигачить горечью. Я ем, кто-то уже от этой тарелки поправится, а мне, блин, уже слона сажать, чтобы я поправилась. Сейчас еще вылежешь тарелку, как я обычно делаю. Когда вкуснее, языком потом вылезу тарелку. Чё, вонючий обмен веществ. Просто дрыщ, Саша. Правильно, Вуди? Как и Вуди дрыщ. Вуди, он Вудилка. Вчера, думаю, вы видели в сторис у Глеба, что я встретила змею. Причем шла по этому лесочку, который ведет от дома, который мы снимаем, к этому дому. Одна за долгое время. Так я обычно иду с вот этими вот гавриками и пускаю их вперед, чтобы они шли впереди, если что, распугивали змей. Ну, хоть чуть-чуть. Короче, я пробежала этот лес просто как молния, как пуля пролетела этот лес. Выбегаю уже вот сюда на дорогу, как бы, ну, дорога уже, да? Уже здесь люди ходят. И просто вот здесь ползет такая огромная толстенная змея. Ну, толстопузик. Ой, толстопузик. Желтопузик, господи. Или как их там называют. Ну, типа, да, они не кусаются, все дела. Ну, типа, да, они не кусаются, все дела. Ну, блин, было неприятно. Было неприятно, что я вроде лес пробежала, а тут она просто меня встречает, такая змеюка. И Глеб рассказывает, что вчера, когда нас не было, ребята говорили, что приходили соседские ребята, дети, ребята, соседские дети и принесли в руках просто две огромные змеи по 1,5 метра и спрашивали, есть ли тетя Саша на стройке, мы бы хотели показать ей. Вот, хорошо, что меня не было, но с другой стороны, я вчера об этом думала и решила, так, давайте, идите вперед. Так, давайте, Чубака, давай, иди вперед, давай, Вуди, пошли, давай, быстро, распугивайте, давайте, кш-кш-кш-кш. Вот так мы идем, давайте, о господи, давай, пошли, давайте, если увидите змею, хватайте ее за горло, чтобы она в меня не вцепилась. Ну, в общем, я об этом думала вчера и решила, что если ребята, они часто приносят то змей, то ужиков каких-то ловят и приносят нам, показывают, потом, естественно, отпускают. И я подумала, что если они еще раз принесут, то, наверное, мне придется взять ее в руки, потому что этот страх нужно как-то побороть. Если мы собираемся здесь жить, я не должна их бояться, потому что их здесь реально довольно много. А еще под вчерашним влогом кто-то написал, что тоже живет на ЮБК и встречал только скорпионов. И я такая, что? Здесь еще и скорпионы водятся? Ну, блин, просто. Так что, ну ладно, я думаю, я привыкну. Вуди! Ну-ка, прекрати! Вуди! Вуди! Остановись! Ну-ка, перестали. Так, мы идем домой. Хватит. Чубака. Ну ты-то хоть, Чубака. Ладно, Вуди, маленький дурачок. Ну ты-то куда? Все, пойдем домой. Давай домой. Пойдем. Скорее, скорее. Опа.
Так, ну вы меня сейчас с ног собьете. Пойдемте. Давайте, давайте. Домой. И теперь уже постоянная рубрика «Баба за рулем». Куда едем? Давай, Саша, за Керхелом. Отмывать неомит будем. Потому что потрясающий клей, который отмывается водой за 20 минут. Влагостойкий, кстати, клей. На этикетке написано. Что странно, он? Что так он не отдирается, а водой легко да. смывается. Тормоз. Д. Поворотник. Отпускаешь. Я тебе настроила? Зеркало нормально? Поехали. Друзья, вот знаете, вспомнил немножко молодость, на каких машинах я начинал вообще учиться. Я помню, что я у брата, я вообще трешку «Жигулей» угонял, потом помню, то ли восьмерка, то ли девятка. Моя первая машина была, это «Фиат Браво», темно-зеленого цвета, 96-го года. Битая она была, мятая с четырех сторон, и на капоте была такая вмятина, и я убежден, что на него, скорее всего, где-то с третьего этажа упал человек, потому что на капот. Потому что во время дождя там просто собирался хороший такой таз воды. А Саша у нас ездит, сразу начинает ездить на BMW X6. Мне вот просто интересно, это ну, вот так вот у нее сложилось, или вообще вот так молодежь сейчас оборзела? И не уважает законов, когда нужно начинать с копеечки, с двоечки, ну, с троечки «Жигулей». На какой машине вы первый раз ездили? Вот расскажите в комментариях. Что, Саша? Ты просто не родился по счастливой звезде. Это да. Пойду что себе куплю еще какую-нибудь булочку. Я хочу пожрать. Нет, сейчас я себе покупаю. Сейчас я себе куплю пончик. Я себе покупаю все, что пончик. Я хочу. За все эти три или сколько дня. Теперь другое дело. Я взяла, значит, салатик, булочку сладенькую. Пиццу. А вот теперь, Саша, пиццу. Мы это обязательно покажем, чтобы она все это доела. Она как ребенок, она подоткусывает. Как хохлячий ребенок. Подоткусывает, как подоткисывает. Ух, тебе всыпется хохлячий. Ну что это тут нормально? Как москальский ребенок, хорошо, я москаль. Не, как пинаткисывает. Понадкушая. Подоткушая и... Нет, подожди, как... Не съел, но понадкусываю, как? Не съем, но понадкушиваю. Не съем, но понадкушиваю. Вот это так. Ну что, наш день подошел к концу. Как-то мы сегодня засветили, забегались, что у меня прям даже голова разболелась под конец. Что это? Ну вот и поговорили. Вот и Глебка отмыл наконец-то цокольный этаж с ребятами от да. клея. Вот. Что, уже завтра будем новую? Нет. Нет? А, нужно... В общем, чтобы... у нас задача такая, что буквально 2 часа назад было принято решение в течение 2 недель переехать в Чембахаус. А, да. Поэтому сейчас Глебке надо опять продумать, как... Ну, водичка, я думаю, что скважину прочистим за недельку, но за это время нужно... подготовить, чтобы были все коммуникации в плане горячей водички. Магистрали проложены, надо, значит, закупить котел, все это правильно смонтировать, обвязать, как это говорят у монтажников тепловых систем, обвязать котел. Сашка знала об этом? Нет. Ну вот так вот, Саша. Черта. В общем, надо, чтобы был готов хотя бы санузел, а там уже... Спать будем на полу, там уже душ как бы. Санузел. Почитала комментарии под влогами, и оказывается, с нами есть ребята, которые подписаны на нас совсем недавно. Вот, и много вопросов по поводу того, как мы познакомились, почему мы расставались, и куча всего. Поэтому, наверное, начнем так по порядку рассказывать немного. Нет, начнем с того, что все-таки мы не расставались, это был пиар. Давай, Саш, признайся. Нас же раскусили некоторые подписчики, говорят, да не расставались они ни хрена. На год. Это у них был такой продуманный пиар. У нас просто очень мощная пиар-компания. Да. Вот. А кто уже все это 150 раз слышал, послушайте еще разочек. Ложитесь спать. Либо ложитесь, да, спать. В общем, что, познакомились мы с Глебкой уже скоро будет 4 года назад. Не, я лучшие годы ей подарила. Всю молодость угрохала на это я этого лягушонка. Угрохала на него лучшие годы. Просто познакомилась, была девчонкой 20 лет. Вот только-только 20 лет стукнула и угораздила. Так, в общем, да, познакомились мы 4 года назад. Сейчас будет банальная история. Познакомились мы ВКонтакте.
Вот, совершенно неожиданно. Ну, как неожиданно? Конечно же, я опять себе там навизуализировала, намечтала, отправила там знаю куда. Просто адресочек у меня есть. Вот. Но на самом деле, я правда очень уже... У меня год не было, ну, каких-то таких серьезных отношений. Все что-то вот не то, что-то не клеилось. И я прям мечтала, мечтала. Вот, и в августе, не помню, какой это был год, ВКонтакте мне просто пришел запрос от какого-то парня подозрительного. Ну, он мне показался подозрительным, но очень обаятельным, симпатичным. Я думаю, блин, что-то не то. Сначала не хотела отвечать. Как сейчас помню, он кинул мне заявку ВКонтакте и Слышь ты, догнал, слышь ты. написал что-то о моих фотографиях, мол, у тебя очень крутые фотографии или что-то в этом Ну, да, роде. сами понимаете, короночки просто еще дедовские использовал. Повелась сразу. Это точно, короночки реально использовал. В общем, начали как-то общаться, и мне прям сердечко заколотило уже с первых переписок. Чего батя умеет? Поразить девочка, и там сразу девушка, у вас глаза цвета в осень. Сразу это батя у меня еще так мою маму кадрил, между прочим. Но Глебка не этот шмышленный парень сразу же пригласил меня пообщаться в скайпе. Как позже выяснилось, в их компании это нормальный ход. Наверное, в Ну, принципе, проверка на фейки, у конечно. многих парней, да, таких прошаренных. Он сразу же позвал меня пообщаться в скайпе, хотя, не знаю, мне никогда никто такого не предлагал. Вот, а через недельку я приехала в Москву, остановилась у своей подруги, благо у меня подруга уже жила на тот момент год в Что-то Москве. я не припомню, что ты остановилась у подруги. По-моему, ты хотела остановиться у подруги, я тебе сказал, ты что, девочка, вообще уже обалдела? Или нет? Ну, помнишь, ты к Даше ездила, Ну, шла в когда что я ездил, Мартинскую? но... Нет, мне кажется, потом я просто такой кислой рожей тебя отвозил, и ты спросил, что я говорю, у меня. Ну, это мы опустим. Это анекдот. Батя все сделал как надо, ребят, ну что. Вот. Ну, Глеб, что? Глеб случайно нашел меня ВКонтакте у нашего общего знакомого Действительно в случайно. друзьях. У них вот эти вот случайные 8 там или 6 аватарок высвечиваются, когда у друзей. Вот я там увидел ее фоточку, ну и кликнул. А И ладно. фоточка у меня стояла там. Я жила на тот момент в Горе... Одессе. Горячая была фоточка. Я жила на тот момент в Одессе, и у меня там фотография была в купальнике. Вот. И, Горяченькая. ну, в общем, я приехала в Москву, я провела, по-моему, то ли 2 дня, то ли три. 2 или 3 дня. Уехал, думаю, слава богу, господи, мы не должны были, кстати, дальше общаться. Правда, так подумал? Ну, что-то такое было. Ну, и что-то грустно было как-то. И мы 3 недели, по-моему, и не общались. Ну, как... Нет. Ну реально, вот Две или очень три как-то не недели. задалось у нас общение за эти 3 дня. Оба такие с характером, прям сразу друг другу это все показали. И я через 3 дня улетела обратно в Одессу. Глеб там занимался своими делами. И я, если честно, тоже не помню, как мы стали общаться опять. Но я уезжала с таким чувством, что ну прям как-то вот понравился. А вот когда... Ну, понимаешь, блин, а чем понравился? Вообще там никак не проявил себя, никак там не попытался что-то это. Думаю, но все равно вот какая-то Понравилось. вот прям... В общем, в итоге я не помню, как мы стали опять общаться. И месяц мы жили вот так на расстоянии, общались. И после вот этой вот неудачной нашей встречи общения в Москве, Глеб Я прошу просто... прощения. Вудила! Будя опять достает чебоксары. Вудила! Дайте Иди сюда, рассказать. мой хорошенький. Иди сюда, мой хороший. Если бы не события того времени, Спасайся не от было этого бы, вонючки. не было бы вас. Продолжай. Продолжай. Все удивило. Ну, Дяша, достань. Иди ко мне. Пошел Иди, он мой в маленький зубы. мальчик. Пошел он в Ой. зубы, твои. Иди, мой Что, сюда. Борис? Иди, Борис, мой. ты Мышек. чужой. Ну, ты пусть. Запыхался. Вот чубася, любимый. Давай рассказывай, сейчас люди спать пойдут. И камеру подними, не смотрит подбородок. Так, на чем я остановилась? Да все уже А, ну, в завелся. общем, спустя месяц я жила вот в Одессе, Глеб в Москве, и дивным образом Глеб просто предложил, говорит, все, переезжай. Да. Я говорю, окей, давай.
Но, конечно же, когда пришло дело к тому, что я реально вот беру чемоданы, собираюсь уезжать, Глебка начал давать заднюю, но... Не, ну это сама, не, ну это сама куда торопиться, ну ты, куда сама, господи, ну как? Не, как она в Одессе жила, ну как же можно, когда не машина, я там сразу, ну что, куда надо торопить события? Но было уже поздно, потому ну, что я господи. Уволилась с работы, уже сказала владельце квартиры, которую снимала, что я уезжаю. Вот, поэтому пришлось чуть-чуть. Какой чуть-чуть? Нормально, давно. Слушай, ничего я не это. Короче, вот так и познакомились, вот так и стали жить. Душа в душу, в общем. Виделись там пару раз, в итоге, не знаю, как мне реально стрёмно. Хотя нет, ну что, я понимала, что не маньяк никакой, просто... Подарок судьбы такой стрёмный. Да, подарочек. В общем, так и стали жить мы. Я переехала... В Москву 4 года назад. Неплохо тебе в Москве-то, я думаю. В Москве как, неплохо тебе? Нравится очень. Конечно. Москвичка уже, все уже, москвичка. А ты не рад? Я-то в пятом поколении. По бабушке. Спасибо бабушке. Вот такие пироги. В общем, друзья, если вам еще будут интересны эти скучнейшие истории, обязательно спрашивайте о них в комментарии. Мы еще вам расскажем несколько скучных историй. У нас их полно. Спокойной ночи. Спокойной ночи.